Асоціація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. Сьогодні на черговому засіданні клубу основним спікером був представник з транспортної сфери. Андрій Хлопинський – заступник директора успішної компанії, що займається транспортними послугами. Співпрацює в тому числі з миколаївськими портами. Не все було гладко в його бізнесі, особливо спочатку. Але попри індивідуальність кожного шляху до успіху, досвід як позитивний, так і негативний зайвим не буває. Мені хотілося б розказати про те, як я піднімався по кар'єрній лестниці, чого я добився, які були проблемные участки, как я решил их, вот, как, я бы сказал, как мы все вместе, нашей компании, решаем проблемные вопросы. Вот, потому что все-таки, ну, самое главное – это коллектив, это те люди, которые работают в компании, они делают нашу компанию успешнее, богаче и сильнее. Я думаю, что каждый должен свои ошибки совершить, потому что наш опыт базируется исключительно только на том, что нас ударило в жизни и отложилось в памяти негативно чаще всего. Но есть в этом и общий позитивный ракурс именно в точке зрения умения рассказать о своем бизнесе, умения донести свою идею. И думаю, что очень важно в публичном выступлении, когда ты открываешься перед зрителями, перед слушателями, это как раз умение выслушать ответную реакцию. Ініціатор проєкту, в рамках якого учасники клубу директорів діляться досвідом, Іван Шаульський, впевнений, що це буде корисно не лише бізнесменам-початківцям. Проєкт в клубі організований з цілею зрозуміти краще, кто из одноклубников, что из себя представляет, как предприниматель, чтобы каждый из нас смог поделиться опытом, как он прошел путь предпринимательства, набирался опыта и получал результаты. Вот. Ну и тем самым каждый человек сможет раскрыться и быть более интересным для одноклубников, установить более тесные связи, контакты. У нас есть разные проекты в клубе. Если говорить о знакомстве с бизнесом члена клуба, то здесь исключительно действительные члены рассказывают о своем успехе или неуспехе, а где-то даже и проигрышах. Есть другие проекты, например, бизнес-ланч с успешным николаевцем или предпринимателем. Там мы, конечно, подбираем гостей, там мы ищем аудиторию для этого гостя, потому что не просто нужно найти человека, с которым интересно нам. Очень важно, чтобы человеку было интересно поговорить с аудиторией. Докладніше цього проєкту торкнемося у найближчому випуску програми «Діловий вісник» у понеділок 24 жовтня, початок о 20:00. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.